23 мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Карагандинским университетом имени академика Евнея Арстановича Букетова. Подпись документов состоялась в зеленом зале главного здания Казанского федерального университета под руководством ректора КФУ Линары Сафина и ректора Карагандинского университета Нурлана Дулатбекова. Положено обменяться. Да. Подписи одинаковые, но тем не менее. Да? Да. Так что соглашение подписано, коллеги. После подписания документов делегация переместилась в голубой зал, где прошел круглый стол, главной целью которого стал обмен опыта Казанского федерального университета с коллегами из Карагандинского государственного университета. Во время презентации проректор по внешним связям Тимирхан Алишев рассказал об истории становления университета, его возможностях и перспективах в различных направлениях. Карагандинский университет является нашими недавними партнерами. Буквально 2-3 года назад мы установили с ними личные контакты, связи с администрацией этого университета. Сегодня очень важно были подписаны два соглашения. Это меморандум о взаимопонимании и соглашение об обмене студентами. Студент классический, в своей структуре очень похож на наш университет. Есть ряд направлений, по которым нам было бы интересно работать вместе. После меморандума делегация Карагандинского университета совместно с проректором по внешним связям Казанского университета Тимирханом Алишевым посетили Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Декан Высшей школы журналистики Леонид Толчинский и главный редактор студенческого телеканала Ильдар Каримов провели экскурсию по учебным аудиториям и отделам телеканала. Помимо этого, коллегам из Карагандинского государственного университета удалось посетить телевизионные павильоны, в которых ежедневно проходят съемки новостей и развлекательных программ, а также узнать о принципах работы корреспондентов и студентов, практикующихся на Универ ТВ. Цель визита нашей делегации заключается в том, что мы приехали подписать меморандум о сотрудничестве, в рамках которого мы предполагаем сотрудничество в области науки, образования. По словам ректоров, у учебных заведений с обеих сторон очень хороший потенциал для сотрудничества. Поэтому совсем скоро Казанский федеральный университет и Карагандинский государственный университет имени академика Евнея Арстановича Букетова приступят к разработке совместных программ по обмену студентами. Кристина Тёкина, Аделина Абдрахманова, Фарид Захидоглы, Универньюз.